Здравствуйте, меня зовут Татьяна Сидорович, я председательствую за блогеров в Беларуси. Сегодня инициативная группа Союза проведет один день на территории следственно-экспертного факультета Академии МВД Республики Беларусь. Сегодня мы с вами посмотрим, как вчерашние новобранцы проведут спортивные состязания. Сегодня приехали их поддержать родные и близкие. Через две недели после начала обучения мы проводим вот такой спортивный праздник, когда все наши первокурсники, все 440 человек собираются вместе, мы приглашаем их друзей, близких, родственников, для того, чтобы они смогли тоже принять участие, разделить радость. Ну, почему важен этот праздник? Мы же с вами знаем, что любой коллектив, он сплачивается тогда, когда перед ним стоит общая задача. Общие задачи бывают разные, ну и вот, например, спортивное соревнование – это традиционно, когда проявляется командный дух, когда взаимовыручка и поддержка. Вы, наверное, видели, что у нас все соревнования, конкурсы, они носят именно командный характер. Будь то эстафета, будь то перетягивание каната и так далее. Здесь очень важно именно сплотить коллектив. То есть и спортивные такие соревнования, они помогают ребятам лучше раскрыться, узнать друг друга. Узнать сильные стороны, слабые, учиться сопереживать друг другу, помогать, вместе радоваться и вместе поддерживать друг друга, если что-то не получается. Напомню, игра продолжается, да, 11 очков, партия. Если по партии... Хорошая, веселая обстановка, приехали родители, погода шикарная, все идеально. Все идеально, для вас. Все отлично, хорошая организация, хорошие наставники. Хорошая атмосфера. Вам все нравится. Скажите, как вам две недели курса молодого бойца? Готовились ли вы к сегодняшнему мероприятию? Конечно, ждал с нетерпением приезда родителей. Что родители привезли? Чем вас будут подчивать? Пока еще не знаем. Как минимум, рады тому, что увидимся с ними. Служба курса молодого бойца у нас проходит отлично. То есть условия у нас прекрасные. Вот поблизости лес, то есть свежий воздух. На втором этапе. Каждое утро зарядка бодрит. Переворачивают покрышки. Все время по распорядку дня у нас все занято. То есть всегда при деле, всегда в энергии. We'll be right back.
света. Первый, напоминаю, футболист. Второй, двое в обручи. Третий, биатлон. Я вступил в академию МВД, потому что у меня здесь учится друг на третьем курсе. Громче. Рассказывал, как здесь, что происходит. Ну, мне нравится. Это профессия, потому что здесь выпускаются настоящие мужчины. У них развитая речь, они красиво говорят, поставлено четко. Сильные духом, сильные просто, ну, физически. Это люди, которые всегда нужны, получается, людям, народу, помочь и всегда... Всегда в них нуждаются, получается, это очень нужные люди для страны. Фотография на память. Завершился очередной спортивный праздник. Я хочу сказать, эта традиция у нас уже существует несколько лет. Основные принципы – это участие. Здесь все победители. У вас появилась возможность пообщаться вместе, сплотить коллективы. Родители на вас посмотрели, вы показали им себя. Хочу особо отметить, что у нас традицией проведение этого праздника является то, что ваши курсовые офицеры участвуют вместе с вами. И таким образом мы говорим о том, что мы с вами все едино сплоченный коллектив. От генерала до курсанта. И поэтому, начиная учебу в нашей академии, вы должны об этом помнить. Вы не просто курсанты, вы члены одной большой, дружной, милицейской, правоохранительной семьи. Поэтому сегодня вы проявили волю к победе, проявили свои лучшие качества. У вас есть уникальная возможность пообщаться с родителями, которые, с друзьями, которые к вам пришли. А я вас всех поздравляю с этим праздником. Желаю вам сегодня хорошего дня. Ну а родителей, пользуясь случаем, и друзей, приглашаю на присягу, которая состоится 27 августа в пятницу на площади государственного флага. На этом наш спортивный праздник объявляется закрытым. Всем хорошего дня!